Казахстанские бизнесмены намерены подписать с китайскими предприятиями контракты на сумму более 5 миллионов долларов. Предварительные договоренности достигнуты во время визита делегации из Казахстана в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. В Урумчи предприниматели провели серию деловых переговоров, в ходе которых проанализировали возможности сотрудничества. Китайские бизнесмены проявили заинтересованность в продуктах питания и строительных материалах из Казахстана. В свою очередь, для казахстанских предприятий Китай остается одним из самых перспективных партнеров. Объемы продукции, которые можно экспортировать в КНР, в разы превышают потребности внутреннего рынка. Китайский рынок заинтересован в казахстанской продукции, особенно в муке и напитках. Казахстан производит экологическую чистую продукцию, и в Китае много компаний, которые хотят сотрудничать. Наши планы – это выход на экспорт именно в Китай, потому что здесь перспектива. Начнем с Урумчи, так как он географически находится близко к нам. И в общей статье расходов транспортная логистика съедает очень много денег. А мы соседи с Синьцзянью, так что я думаю, перспектива хорошая.